Роль институтов гражданского общества растет, их поддержка в республике продолжится. Вопросы дальнейшего взаимодействия члены региональной общественной палаты обсудили сегодня с главой Чувашии. Действующий состав общественной палаты был сформирован в июле 2015-го, а уже через год ее ряды пополнили еще 12 членов. Сейчас этот институт в республике представляют 33 человека. Председатель палаты Алексей Судленков отмечает, за последнее время проделана колоссальная работа. Основной упор общественники делают на экспертизу нормативных актов, гражданский контроль и поддержку некоммерческих организаций. С НКО в общественной палате наладили тесное сотрудничество. По итогам декабрьского форума здесь намерены составить дорожную карту по реализации социально значимых проектов. Михаил Игнатьев заметил, что доверие к региональной палате повысилось. Очень много проблем, которые нужно разрешать, а плюс еще дополнительная нагрузка на вас ложится, потому что к вам все равно люди обращаются, они доверяют прежде всего общественную палату в целом, но и доверяют в отдельности каждую из вас. Это тоже очень важно. Когда есть принцип уважения и доверия, всегда выстраиваются хорошие доброжелательные отношения, и эти отношения мы умеем ценить. Какие проблемы общественники обсуждали на встрече с главой региона, расскажем в завтрашнем информационном выпуске.